Блин, Гриша, вот буквально на секунду я не успел включить. Да, Гриша в Рокавере с собакой. Где вы это видели вообще? Гриша, как вообще тебе обладать кем-то? Гриша, 10 человек уже смотрят, как ты собаку выгуливаешь. Это сейчас еще, между прочим, Deepak Sense тоже вы... Де Ниро, прости, что я тебя собакой называл. Федя, я понял. Просто сейчас сбросил ключ. Ну, так он сидит, смотрит трансляцию и звонит. Кунчер, вялый фейс портил. Я вообще не понимаю. А Парагрин, между прочим, уже... Так, слушай, ну тут... А, вот, нет, все восстановилось. Просим прощения за технические неполадки. Гриша... Тут спрашивает, батл с КПСС будет? Посмотрите, Гриша возле репки огромной, ну и Кирилла. Де Ниро за репку, Гриша за Де Ниро. Так, Де Нирочка. Разъеби гнойного. Блядь, пиздец, просто забыл. Вот, только если он прямо сейчас сюда подъедет. Мы его все, блядь, разъебем, нахуй. Ну это вот он сказал. Вот это они так считают. Я считаю, что... Почему они? Ну что, в моей майке это еще ничего не говорит. Ну так... Покупайте все. Слушай, Гриша, ты не успеваешь за нашей трансляцией, дурачок. Гриша, тебе лет уже сколько, куда ты идешь? Пойдем, стрельнем зажигалку у людей. Ну стрельни. А я этот инстаграм трансляцию. Идея поджигать собаку. Давай пока донируй. Вот, Григорий. Хорошо. Нарисам, чтобы это... Так, показываю, как Григорий идет. Пойдем. Так, нет, тут Де Ниро уже гуляет. Сразу что? Де Ниро... Де Ниро, что думаешь про группу Грот? Так, Грига, стой. Так, есть. Не кушай тебя кукадость. Нет, Гриша, нету. Венера, не ешь всякую гадость. Травку есть нельзя. Поняли, о чем я. Гриша, у тебя и у Денира разные травы. Гриша. Гриша, не уходи. Уходи. Нахуй маленький. Ты маленький охотник. Вообще. Кот тут всех игнорит. Потому что Гриша выгуливает собаку. Ты видел когда-нибудь это? Почему, Гриша, ты идешь в те места, где вот темно? Ну тебя не видно, смысл. А, он писает. Фу. Это плохо. Короче, тут уже ничего не видно, знаешь, нет смысла. Пойдем. 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 Я проголосовал за два типа, пока гулял с Гришей и собакой. Ай, я в паутину попал, как сектор. Так, ну что, Deepak Sense? Алло, здравствуйте, а вы только что подвозили нас на Приморскую, а мы вот в багажнике забыли. Можете, пожалуйста? О, он что, ответил? Можете подъехать. Надо говорить, я сейчас подскочу вы куда. Вы в Ростове? Ну как тебе сказать? Что еще раз? Позвал. Спойлеры? Да какие тут спойлеры? Так, я не с моего номера вызывал от такси, а с друга просто. У него нет возможности. За Б рядом. Когда следующее... А, Дип, когда у тебя альбом следующий? Понятно. Этой осенью. Вы украли Де Ниро. Что еще раз? Кирилл, респект. Мовец победил, Влад, да. Влад, на какой машине мы приехали? До свидания.